Дорогие друзья, мы, российские члены экипажа экспедиции 67 на Международную космическую станцию, космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, сердечно приветствуем вас с борта космической станции. Космос не бывает без звезд, а земная жизнь без милосердия. Рядом всегда есть те, кому очень нужна помощь. В поддержку Православной службы милосердия мы призываем к участию в информационно-благотворительной акции «Зажги звезду милосердия». Зажгите свою звезду на сайте зажгизвезду.рф. Пусть милосердия и добра станет больше на Земле.